Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Вот очень-очень большая проблема сейчас встает у многих, это замена мебели. Вот когда мебель в разнобой, да, вот из одного гарнитура, из другого. А у нас, знаешь, диван протерся очень сильно. Протерся диван, мы много на него садились, мы всей семьей, естественно, смотрели телевизор и решили этим летом его перетянуть. Обошлось нам 18 тысяч рублей. Вот, а я тебе хочу предложить решение и модное, и сильное, и очень функциональное, которое поможет вам приобрести новый мебельный гарнитур без его покупки. Вот так экономично мы наденем с вами новые чехлы. Так. Лена не узнала сегодня, вот расскажу, даже наше кресло, любимое перед эфиром. Посмотрите, как гармонично будет все выглядеть. И вы соедините мебель разной формы, разной обивки в единый мебельный гарнитур. Вот так экономично, без покупки мебели, не тратя больших денег. Ты хочешь сказать, что это не новый диван, это чехол просто накинутый, вот так красиво и смотрится? Вот он не смотрелся бы так красиво, если бы он не был велюровым, с прекрасным жаккардовым узором. Конечно же, изюминка наших чехлов на диван, домашний винтаж, именно в их фактуре потрясающий, вот это да. Велюровый, вот мы сейчас видим, да, такой выпуклый, рельефный, богатый, повторяющийся узор дает нам ощущение действительно в новой обивке, как будто мы перетянули диван, а при этом мы не тратили на это много денег. Плюс, Леночка, это модная современная тенденция, Очень красиво. С функциональной точки зрения, это еще и защита новой мебели. Слушайте, я просто в восхищении сейчас, потому что вот мы говорим, мы потратили 18 тысяч на перетяжку мебели, ты знаешь, мы все еще не перетягивали, мы перетянули только те, там, где сиденья есть. А очень дорогие материалы, очень дорогая работа, очень дорого привезти, увезти. А кресло, например, еще крепкое, или диван еще очень крепкий. И, например, избавиться мы не готовы. Слушай, это вот это вот выход из находка положения. Для каждой из нас. Тем более, можно, если новый диван уже купили, сверху накинуть чехол, то есть еще и сберечь его можно для себя. Давайте посмотрим, что подходит сегодня к вашему интерьеру. Возможно, бордовые оттенки. Слушай, какой. Ой, мне очень нравится, что вообще вся наша палитра подобрана в натуральных очень оттенках. Бордовый цвет такой не марки, благородный, акцентный, коричневый, респектабельный цвет, такой, кабинетный цвет его называют, такой прям горький шоколад, посмотрите, какие изысканные тона, бежевый, если вы хотите сделать свежей вашу комнату, не бойтесь светлых тонов, современный полиэфирный велюр на трикотажной основе отлично отстирывается, а серый мой выбор на сегодня, я бы к нему выбрала белую нашу гардину, это просто чудесно, молочно-синий цвет, ему прочат пьедестал почета в следующем году Институт цвета Пантон. Так что именно этот вариант самый модный, и вы попадаете именно в стиль времени. Слушай, это, кстати, мы тоже выбирали вот такой вот цвет примерно, но, правда, там было без вот таких, без вензелей, просто однотонная ткань, она обошлась нам очень дорого. Сегодня я просто поражена. Ничего себе, сколько мы можем с вами сэкономить. Мы уже экономим 2800 рублей. Бежевый, бордовый, коричневый, серый, светло-коричневый тоже у нас есть. Вот мы на нем сидели. 5 цветов и цена 2800 экономим. Мы экономим 2800. А ездить, звать грузчиков не надо, вывозить диван не надо. Только один бесплатный телефон. Вы получаете эксклюзивную цену на чехол домашний винтаж. 1999 рублей. И вуаля, у вас новый диван. У вас, вы сохраните свой диван, например, застелив таким чехлом, продлите ему жизнь и измените интерьер в своем доме. Плюс можно отдельно взять еще и чехол на кресло, дозванивайтесь, узнавайте. Чехол тоже также называется домашний винтаж, цена 1199 рублей. Слушай, ну вот мне очень нравится, я вот в восторге. Ощущение, что вот просто я в каком-то музее, в театре нахожусь. А потому что здесь барочный узор, мне очень нравится дизайн этих чехлов. Это, конечно же, наш любимый цветок граната, символ эпохи Возрождения. Выглядит как дорогая лепнина, а при этом мягкая, очень приятная тактильно. Вы знаете, сидеть и прикасаться на таком диване будет одно удовольствие. Но уже огромное количество звонков, такие функциональные вещи нас любят, Лена. И из колл-центра вопрос, как надевать. Вот, да, давай посмотрим вот это на размеры, посмотрим размеры и как надевать. Главный вопрос, внимание на экран. Итак, Юля, отвечай. Обязательно, смотрите, размер нашего чехла на диван 1,50 м и по спиночке, по сиденью основному, да, 2,60 м. То есть мы
надели сейчас на полутораспальный. Угу. Он растягивается. Пойдем мы с Леночкой покажем. До евростандарта. Сейчас угу. возьмем с тобой, например, бордовый так, цвет. И посмотрим, да. Смотрите, благодаря эластичности ткани, угу. да, а это кресельные чехлы. Да. Кресель, просто покажем, как он тянется. Как, просто покажем, угу. как тянется. Диван тянется до евро размера. Видите, да? То есть вы наденете на трехместный диван. 2,60. Да. Ткань очень приятна. Угу. Тянется она во всех направлениях. Угу. Скроены наши чехлы. Леночка, положи, я дальше красиво, расскажу. Да. Скроены они, посмотрите, под спинку, под подлокотники. Угу. Разные формы мебели абсолютно. Не имеет значения, да, тянутся, потому угу. что они во все у нас стороны. Так, ну когда я потяну тоже. Вот, посмотрите. И мы здесь надеваем тоже тянется, идеально. Да. Абсолютно. То есть на любой размер дивана абсолютно 2,60 да. в длину. И метр сюда, да, получается? Да, 1,50 м. И мы получаем возможность надеть такой чехол на мебель любой конфигурации. У нас ограничений нет. То есть мы сегодня не выбираем, какая мебель. Какой у вас диван? Посмотрите, этот чехол диван, на диван домашний винтаж подойдет на ваш диван. При этом вы сэкономите 2,800. При этом вы и поменяете интерьер в вашем доме за 1,999 рублей. 5 цветов, шквал звонков. Успеете дозвониться прямо сейчас. Слушай, забирают вместе с креслом, с чехлом на кресло забирают для себя. Поэтому, если вы хотите создать такой полный, знаешь, мягкий гарнитур, да. звоните, успевайте прямо сейчас. А вот ты знаешь, наше любимое кресло сегодня преобразилось буквально за считанные секунды с помощью чехла на диван. Мы видим сейчас серый цвет, мы видим бордовый цвет. Мне нравится эта оборка, как это прекрасно по-дизайнерски выглядит. Закрывает, может быть, потесанные ножки дивана. То есть ваша мебель станет новой за считанные секунды. А потом, если даже что-то произошло, вы такие чехлы легко постираете в стиральной машинке. Диван, согласитесь, в химчистку везти. Да, конечно. Или там вызывать службу, будет накладно. А в этом случае вот такой чехол защищает ваш диван, и вы экономите. Так, посмотри, вот это наше старое любимое кресло, да, которое любит каждая ведущая. Да? Да, мы его очень любим. Но оно у нас, ребята, вот такое. И вообще, честно говоря, ну, вот мы сейчас посмотрим с вами. Ну, уже не очень хочется на нем сидеть. Вот оно, наше кресло. Вот оно уже, конечно же, потеряло свой первозданный вид. А надев вот такой чехол домашний винтаж, посмотрите, как преображается быстро. Потрясающе, просто считанный... да? Оно и светлое стало, оно как новое. С этой прекрасной оборочкой. Мягенькое, это велюр на трикотаже. Он очень мягкий, тактильно даже приятный. Это тоже важно. Конечно. Вот в кресле будем сидеть, да? Я покажу вам ткань. Вот она прям нежная, но при этом она очень прочная. Не разорвать. Это очень надежно. Надежная ткань нового поколения, трикотажное основание здесь очень добротное, это долговечная покупка. Слушайте, вот, Юля, это фантастика на самом деле. Вот я, знаешь, сижу сейчас и чувствую себя как вот на новом диване, как будто новая царские атмосфера. Времена. Да, ощущаешь себя по-другому. Посмотрите, вот ваш новый диван. Да. Посмотрите, новый диван. С помощью одного телефонного звонка вы настолько можете поменять свой интерьер. И не удивляйтесь, если к вам придет соседка и скажет, откуда у тебя новая мягкая мебель. Потому что вы меняете ее, знаете, так на раз-два, легко и просто, вместе с нашим телеканалом. Внимание, вот у нас разные цвета. Это бордовый цвет, такой насыщенный, очень красивый. Цвет такой, как вот Юля говорит, кабинетный, очень такой строгий, очень лаконичный. А цвет коричневый, а был это бежевый цвет сейчас у нас. А вот такой, знаете, тоже приятный. На заднем плане Юля у нас переворачивает кресло, да, посмотрим сейчас. И цвет серый мне нравится. У нас в студии застелен диван светло-коричневым. И вот как бы мы ни повернули нашу мебель, будет смотреться хорошо. Кстати, Юль. Забирают по два чехла на диван домашний винтаж и забирают по два к нему еще и чехла на кресло. Это получается бесплатная доставка. А вот пока мы цвета разглядывали, вот я вам говорила, Юля переворачивает кресло. Да. И посмотрите, что получилось, да, красиво. А так. Мне очень хотелось показать. Обычно чехлы, бывает, заканчиваются вот здесь, да, резинка прям идет, не очень хорошо. А наши чехлы закрывают нашу мебель абсолютно со всех сторон. И красивая оборочка идет, как юбочка, да, вот она, посмотрите, фиксируется. Давайте покажу. Вот такими лентами, вот надежными, вот такими, да, эластичные ленты идут, они обработаны под оверлок, видите, какое хорошее качество, пошива, да. Просто прекрасно, то есть лента не поедет, ниточки не будут после стирки выбегать, да, из шва. Так вот, мне нравится, когда мебель стоит по центру комнаты, может быть, это у вас большая комната, да, вы закрываете кресло со всех сторон, видите, идеально, просто действительно, как новое кресло.